24 января на базе университетской клиники КФУ состоится «Школа здоровья». Это первый подобный проект Казанского университета. Это научно-популярное мероприятие для населения города, так сказать, для больше, наверное, для обывателя, да, которое направлено на то, чтобы повысить приверженность людей к профилактическим мероприятиям. В течение вечера с лекциями на медицинские темы выступят практикующие врачи клиники КФУ, преподаватели Института фундаментальной медицины и биологии. В программе проекта также заявлены интерактивы и экскурсия по университетской клинике Казанского университета. Стоит отметить, что среди гостей вечера состоится розыгрыш 3 чекапов, комплексного обследования сердца, а также специальных обследований женского и мужского здоровья. Чекап – это программа ранней диагностики, позволяющая в короткий срок провести набор анализов и исследований и выяснить состояние организма. Принять участие в мероприятии может любой желающий, пройдя лишь регистрацию на сайте TimePad, набрав в поиске «Школа здоровья КФУ». Диана Шилова, Универ Ньюс.